Пошли гулять с мужем. На ярмарке купили клубнику по 99 гривен. Тут взяли кинза, укроп по 2 пучка. Салат вот такой вот. Это по 15. Укроп. Это салат по 20. Дочки себе взяла. Это мята мохито приготовлю. Так. Здесь 4 пучка огромных шпината. Цибулька молоденькая. Чесночок. Дуся, ну помоги мне. Шо тут, достань полностью. Да чего ты? Тут у нас 2 руколы, еще кинза. Так, черри килограмм. Так, сейчас. Так, и 2 кило картошки молодой и огурцов килограмм взяла. Таких. Картошка по 60, огурцы по 65. Так, сегодня целый день с мужем по магазинам. Сейчас буду мерить белье в Нью-Йорке для себя. Так, сегодня много очень покупок. Купили вот такой переходник на кран. Короче, кран не буду показывать, потому что там страх и ужас. Вот такой переходничок, обычный кран на умывальнике. Ну, на умывальник, да, в ванной. Вот, мойка, умывальник. Вот, значит, вот сюда подключается кран. Сюда носик. И сюда лейка выводится. И вот здесь переключатель получается. На лейку и на кран. У нас другой был. У нас такой выдвижной был пиптик. И он сломался. 250 гривен эта штука стоит. Это отсюда? Да. Так, это отсюда. Уже несколько дней мы пользуемся. Вообще напора нету лейки. Очень сложно пользоваться. Так, дальше сметану. Это неинтересно. Две шоколадки. А, сейчас скажу. Одну тебе, одну. Так. Потом муж купил мне вот такую штуку. Боже, как я ее давно искала. Девочки, на рынке 30 гривен. Там вот это все для деревянное. Их было всего лишь 2. Там цена была 50. Я говорю, эта штука тоже 50. Она говорит, нет, 30. Мы сразу взяли. Это мне нужно, чтобы толочь мохито. Мяту, лимон, сахар, толочь. Теперь я смогу клубничку тебе делать. Клубнику с сахаром делать в этот в чай. Мы пьем такой чай, клубника потолченная, и заливаем кипятком. Еще классно, знаешь, что когда блендеры... Когда блендера нету, прикольно, можно клубнику помять, чернику и йогурт там добавить, или в этот, как он называется, в творог. Так, вот такую масочку взяла. Взяла 2 маски для губ. Вот эти вот, они мне понравились. Одну дочке взяла, одну на подарок. Мне понравилась, потому что она такая прикольная, она как легкий вазелин.
То есть жирненько, не как крем, некоторые пишут, как вот легкий такой вазелин вроде бы, но на губах она очень приятная, она типа как масло. И она хорошо впитывается быстро, я ее по несколько раз наношу, мне понравилось. Короче, взяла две, пока они есть по акции в Еве. Вот, я рекомендую, баночка там прикольная. Потом взяла себе вот такую вот, почти 50% скидка, сыворотку. Взяла себе разглаживающую, там еще была какая-то, по-моему, для сухой кожи и еще какая-то, не помню, но я вот эту выбрала. Сывороток у меня никогда не было, почитала отзывы, вроде неплохие. И хорошая цена была на 100% масло. Хотела еще взять алоэ, но выбрала, решила взять календулу. Вот, 33 гривны масло. Тоже это для мезороллера я использую. Мужу взяли водичку по очень хорошей скидке. Давидов, Кулватер, это Франция. Вот, все тут как положено. Вот, в Еве тоже взяли, по-моему, 1200 гривен, если я не ошибаюсь. Тут аж 75 миллилитров. Выброси вот это, пожалуйста. Застели кулек в мусор. Очень свежий запах, но это такой классический. Так, два лимона, это неинтересно. Еще на рынке мы докупали еду, еще купили чериков, еще купили огурцов. Вот, да что, лука еще купили два. Вот, и редиски купили. Ну, это такое, это из неинтересного, из продуктов. Дальше. Магазин Нью-Йоркер. Я купила себе вот такой бюстгальтер. Я не планировала с камушками, честное слово. Но цена у него сказочная, потому что на мой объем, на мой размер бюстгальтеры дорогие. Даже вот в таких недорогих магазинчиках уже по 400 гривен. Он стоил, видите, 399. Сейчас у него 199 цена. Бежевый, красивый цвет, очень красиво на груди, с пушапчиком, вот, красивый, вот, С у меня, вот, Д не было, Е померила, Е большой, Д бы был хорошо тоже, но С тоже неплохо. Вот, муж взял себе футболку, вот, у меня там есть такая рубашка, и не может ничего подобрать под нее, под низ. Вот решили взять чисто белую футболку. Ну, может, и просто так будет носить. Футболка была, это в Сансее, 129 гривен. Очень дешево, поэтому такая базовая. А бюстгальтер я взяла, если я не говорила, в Нью-Йоркере. Так, и взяла себе сумку. Сумочку взяла вот такую в Сансее, очень мне понравилась. Сумочка 289 гривен, скидка 42%, стоила она почти 500. Вот, не знаю, она должна быть заменой моей сумки, с которой я сейчас хожу. Тут тоже, видите, три отделения. Вот, ну не знаю, она, конечно, все равно будет поменьше, потому что у меня намного мягче сумка, намного больше, но смотрится она очень красиво. Потом вот такую бижутерию взяла, 45 гривен. Я хочу, чтобы ты знаешь, что вытащи ручку, чтобы ты показала, какая ручка тут красивенькая. Бумажки тоже? Я ее дома еще померяю, эту сумку. Если мне не влезет все, что мне надо, то я ее верну. Но смотрится она очень красиво. А не надо бумажку. Зачем? Да, вот такая. Три отделения. Я бы сейчас померила. Если ты мне ручку сейчас разберешь, я примерю. Элеганс написано. Очень достойно выглядит. Ну, так, знаете, не дешево. Так. Все отодвигаем. Еще были покупочки еды, сейчас покажу. Были еще в Новусе мы. Ой-ой-ой, в Новусе взяла вот такие колбаски. Наверное, сейчас пожарю или завтра, не знаю, сейчас будем решать с мужем. Сыр взяла с плесенью, 60% скидка. Фарш свиной взяла. Вот, уже кошка разлеталась. Потом взяла с домашней курицы бульонный набор. Такой вот суповой. Это с
сметана 20%, потому что клубника пошла. Вот это очень вкусная гречневая вермишель. Она похожа на собу. То есть, если соба там 100 гривен стоит, да, настоящая, то вот это прям способ заменить собу. Очень классная. По 11 гривен она в Велмарте. Может, еще где-то есть. Производитель вот такая, скороварка. Закинешь лапшу одну, только оставишь туда на место. Потом хлеб взяла. Хлеб взяла тостовый. Дети любят. Вот. Взяла две груши в Элмарте. Очень захотелось. Груша камис. Сейчас мы с Виталинкой попробуем. А, еще вот таких два бифа взяла в этом варусе. Ой, в новусе. Это тоже закинь. Не, это оставляй. Это мне на завтра. Это и то оставляй. Так. Еще тут, девочки. Кошки ни селезенки, ни почек, ничего не было. Поэтому взяли говяжью печенку. Она была практически в ту же цену. 76,99. Вот. А почки по 69 мы берем, по-моему, гривен. Взяла. Она вроде бы ест. По крайней мере, у меня, когда я размораживаю печенку, она ворует. Не знаю, будет ли есть так она ее. Так, здесь поедет все. Еще в рюкзаке. Так, сейчас сумочку покажу, как смотрится. Правда, сейчас свет мешает. Ну, вот так вот. Вот. Ну, не знаю, померила. Муж сказал, очень классно. Красивая, да, и мне понравилось. Во-первых, белая у меня давно не было сумки. Летом, думаю, можно походить. Я думаю, что все вместится. Почему очень много всего надо вместить? Потому что сейчас, вы знаете, документы надо носить с собой. Все полностью. Поэтому вот так вот. И ручка мне понравилась, что здесь вот такой ремушок, не полностью цепочка и не полностью ремушок. Как бы здесь красивая цепочка, а здесь вот так переставляется красиво. Достойная сумочка за такие деньги. Даже в Инстаграме по 500 гривен такие сумки, не меньше. Так, здесь у нас сборная солянка. Еще одну грушу взяла, конференцию. Вот, потому что я вот эту не знаю, какая она. Но мне так захотелось груши. Так, я взяла вот этих два масла. Очень вкусное масло. Высь. Не знаю. Мне понравилось. Я брала Черкассы. Мисто Черкассы. Вот. Оно сейчас по скидке идет. По-моему, 56 гривен в Велмарте. Взяла две. Вот, и перец чили муж набрал, перец чили, не знаю почем, потому что ценник там где-то на печи не приклеился. Не помню, брала или нет, вот эти сардельки взяла, попробую торговые марки, дешевая, да, номер один, это то, что Walmart, да, производит ихная. Ну, кто их делает, я вам сейчас скажу, мистер Бердычев, Житомирская область, вот. Они сейчас в акции идут. Ну, короче, взяла попробовать, потому что не помню. Мне что-то кажется, что я их брала, но не помню. Взяли щековину. Так, покушать на один раз тоже. Она была по скидке. Взяли вот такой сыр. Муж ходил, менял, потому что не пробивался штрих-код. Вот. Будет у нас пивная вечеринка, потому что муж тараночку поймал, вы знаете, и я ее засолила. И мы решили, она уже подсохла, там солнечные дни были. У нас, кстати, сегодня дождик прошел, похолодало. Так, три молока взяла. Дождик прошел, похолодало. И, надеюсь, завтра будет хорошая погода. Вот это самая вкусная паста Дивелла в Арусе. В Новусе. Обалденная. Она сейчас по скидке, по-моему, 34 или 35 гривен. Сыну взяла йогурта 2 на 2 ночных смены как раз. Больше не было вкусов, поэтому как раз 2 ему. 2 вкуса было и 2 взяла. 1,19, 1,17 гривен. Вот. Взяли вот такое пиво Бад. Маленькое, 0,3. 2. Но не помню, или 17, или 19 гривен муж сказал. Потом взяли еще вот такое. Это кто делает?
Нидерланды. Тоже взяли два маленьких. Классный формат 0,3. Вообще, вот, вообще, как для меня, я даже 0,3 иногда не допиваю. Вот. И взяла немецкое. Мы когда-то такое брали, Оттингер. Оно вкусное. Вот. Потом мы, по-моему, брали серебро. Серебряное было. Я взяла золотой попробовать. Но это пиво мы берем не значит, что мы все за раз. Оно вот у нас даже сейчас в холодильнике там еще разное лежит. Мы любим. Я вообще люблю, чтобы дома было всякое там и пиво, и шампанское, и вино дома. Вот, и мартини. У меня всегда, боже, бутылка мартини всегда, я не знаю, на года два, наверное, хватает. Но когда надо, вот всегда есть. Это нормально, я считаю. Гости приходят, там праздник какой-то. Вот. Или просто захотелось чуть-чуть чего-то вкусненького. Вот, так что вот такие покупочки были большие сегодня. Целый день сегодня в покупках, в разъездах. Вот. Будем сейчас отдыхать.